Смотрите, я продемонстрирую, что я нашел. Если вам понравится, пожалуйста, пользуйтесь. Ну давай, это иди сюда, Володя, со стулом со своим, садись. Я остановился, я попробовал и Google переводчик, и какие-то другие переводчики, но мне понравился от Яндекса, наш путинский переводчик. Давай. Вот. Бери в руки еще. Вот смотри, видно же сейчас мой экран, да? Да, видно. Вот смотри, Володь, вот он, значок голосовой ввод. Ага. Да? Я его нажимаю и говорю. Нажимаю и говорю. В начале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог. К примеру, ну, да? Теперь надо скачать мне. И потом... Нет, смотрите. И вот видите, справа, вот он, Игнат Тихонович. Да, да. По-английски сразу все тема идет. Все, и вы так и берете, например, копируете, что-то правите, там, правки какие-то делаете, и ему отправляете. Вот это мне и надо как раз. Ну давай, выводи. Так. Ко мне вывести, чтобы я там все мог. Одной точкой, вот это самое то. Я вам ссылочку даю. Так вы на Яндекс.Диск-то уже. А? Вы уже на Яндекс.Диск-то заходили уже. Это я. Ну вот он, вот. А, нет, стоп, отставить. Нет, сейчас. Вы же недавно показывали, что у вас Яндекс.Диск. Ну давайте по новой сделать, там где-то искать что-то. Ну сделай дальше ты что. Это все онлайн. Игнатик, сейчас я ссылку даю, и вы пробуете, тренируетесь там, я не знаю. Ну что тренироваться-то мне. Ты как сейчас говорил, ты где-то что нажимать? Ты чтобы мне один раз ткнул, я поехал дальше. Сейчас, вот сейчас смотрите, я вам ссылку дам. Так, что-то какая-то ссылка здоровая получается. И чтобы она сразу переводила на русский, на английский, это еще лучше для меня. Сейчас, Игнатий, сейчас с вами попробуем. Это. Он все слова его это, пишет. Ну да, он не может остановиться. Так. Так, такую машину поставишь, она тебя... подведет, говорит, подкупит. А, ну вот здесь очистить, вот он, видите, видишь, Володь, слева, крайний левый верхний, очистить. Да, но... Так, есть, вот сейчас я копирую, почистить. Да, я копирую сейчас саму ссылку на этот ресурс. Заходите туда и включайте свой экран, и будем смотреть, как у вас получается. Все, вот, Володь, кликай по ссылочке, переходи. Экран включай, пока с экрана свой. Ты сейчас, как только пройдем, ты то, что тебя запустил сюда, ты это все уничтожь. Чтобы никто не воспользовался, а то зайдут ко мне на экран-то и все заберут. Вот нажимаем, вы сейчас говорить будете. Я нажимаю, давайте. Нажимать вот эту, да? Ну покажи, Володь, как там у вас. Ну, экран, ну вот в скайпе так, сделай. Вот демонстрацию. Что-то экспру... Демонстрацию экрана, будь добр, сделай у себя. Мне надо посмотреть, что у вас там. Подожди. Что там, где? Так, вот на ссылку я ткнул. Так, давай. Вот. Нажимаю. Так. Сейчас вы будете говорить. Давай, я буду говорить. Смотри, что говорит. Разреши. Да, я хочу говорить. Разреши. Нет, разреши. Еще нету. Давай. Так, всё, я говори. Хочу говорить по-русски, но чтобы перевод был по-английски, и чтобы послать это в Америку, и чтобы они там поняли, не поехали в Индию. Вон написано. Ну а где по-английски-то? Нету. Сейчас, все, вон. Вот оно. Вот. Ну теперь сними отсюда, чтобы мы могли пользоваться. Я это поверю тогда, когда ты исчезнешь, тогда. Еще раз, я не понял. То есть мне все отключаться? Сейчас я не пойму, может быть, ты руководишь этим? Нет, это вы. То есть сейчас копируйте и что угодно вам, что душе угодно делайте. Русский или английский текст? Вот это, чтобы система она по-русски, по-английски, я мог делать. Вот она и пишет вам. Вот только можете ли... У нас что было, это мой же экран. Вы можете ли русский скопировать, или английский. Ну теперь, где я буду искать-то вот эту систему-то? Где-то надо закрепить мне ее. Ну, Яндекс, Транслейт, этот, переводчик. Яндекс-переводчик наводите и все. Или вот на ссылку та же в скайпе уходите. Яндекс-переводчик. Володь, научи только вот, например, надо очистить левый, вот колонку, вон на крестик нажми. Хоп. Еще. Как убирать-то это все? А, нет, стоп. Сначала на микрофон. На микрофон еще раз, чтобы отключить его пока. Потом раз на крестик нажали. Да, вот на крестик нажали. Да. И все очистилось. Все. Потом снова наговаривайте, что надо. Опять же, микрофончик нажали. Опять я нажимаю и поехал, да? Да, и поехал опять.
Ну вот, надо потренироваться просто сразу. И все. Yes. Yes. Ну давай. Спаси Христос, брат. Аллилуйя. Так это, ты помнишь гальянов мы чистили? Ну конечно, Игнатий. О которых нечищенному этот Володя жарил, на них спрос просто колоссальный. Кошки пахнет вокруг. Горчинкой. Ох и вкусные до того. Кошки прям чуть-чуть возьму тыкву, тыкву даже, посыплю им пареную тыкву, и они едят. Ну, хорошо. А тут переводчик, смотри, как перевел. Так ты, это ты помнишь гальянов учителя, о которых еще... Это машина, что говорить, там надо править. Володя жарил, на них спрос просто колоссальный. Игнатий, смотрите, вы сначала тогда как делаете? Вы смотрите, если некорректно ввелся русский текст, то вы его правьте сначала русский. И автоматом, я так думаю, что поправится и английский еще. Вот. Потому что может... Ну, то есть тут надо как-то отрывисто проговаривать. Там надо потренироваться. Машина есть машина. То есть она четко и... Теперь, если я по-русски выправляю ошибки, она туда занесет на английский? Ну, надо попробовать, я думаю, что да. Ну, ты попробуй, попробуй. Ну вот вы сейчас сами... Володь, сейчас опять давай это, ну... Очистить? Опять, подожди, я нажимаю. Да. Очисти пока. Давайте. Слово «поехал» вот здесь поставь, полетел. Ну. Все, она не дает. Так, держи. Опять. Почему она у нее не дает писать-то мне? А, вон оно что. Так, значит она... Я не знаю, она не дает править, да? Она не дает править там. Нет, а вы попробуйте просто наставить. Просто нас не выделять, не выделять. Так, просто зафиксировать. А мне слово-то это убрать надо? Нет, иначе вы меня не поняли. Я убрал слово. Все. Вот, полетел. Эклик. Так, подожди. Я нажимаю, так. Я нажимаю, эклик. Теперь я это убираю вот так вот. Нет, не дает. Я кладу. Again, I put the... Она убирает. Так, смотрите. Я смеюсь. Вот здесь смотрю. Смеюсь. Это я убираю, а потом так. Смеюсь. А, ну да, убирает, кстати. Да. Я сейчас увижу. Все, она должна править, значит. Ладно. Володя же, это не то у меня. Нет, она вот сюда вниз перешла. Вот, внизу. Внизу надо читать. Она почему внизу? Не знаю. Ну, одним словом, надо потренироваться, поиграться с ней. Как там, что делает. Я так понял, она чувствительна к любому звуку. То есть, если вы машинально что-то произносите, то она тут же записывает это. То есть, это надо учитывать. Тогда сейчас давайте замолчим. Минута молчания. Антракт. Да. Ну теперь как-то мне закрепить, чтобы я на него выходить мог. Я теперь буду работать. Она убирает. В закладке, Володь, забей это, вот эту, ну, ссылочку. Сделай закладку мне. В браузере сделай закладку. Ну я думаю, ты знаешь как. Ну или куда-то в текстовый, в Word где-нибудь эту текст, ссылочку на этот, на переводчик внесите куда-нибудь, я не знаю. В Word каком-нибудь... Файлики там, везде ее. Ну а как заплату-то делать? Ну а вообще это очень просто. Просто в поисковике пишите переводчик от Яндекса, и вам сразу дается ссылка, и вы переходите. То есть это тут нету. Ну а его этот... можно этот не убирать, чтобы он у меня все время стоял на экране? Не убирать, ну это как-то надо настроить браузер. Это уже вы делаете. Вот у вас же постоянно выходит вот канал. Также надо сделать, чтобы постоянно выходил. Вот это нужно сделать постоянно. А? Как? А у вас, смотри, написано внизу, переводите в Яндекс браузере. Может, сюда и надо тыкать? Зачем? А у тебя какой браузер сейчас? Это Chrome? У нас сейчас этот... А, Opera. Да ну и в Opera же тоже все делает. Не надо. Я так, из Opera не надо уходить. Я понял как. Володь, вот крестик нажми.
Вот видишь крестик, верхняя панель справа, правее, вот еще выше, выше, выше. Вот крестик, нажми его. Так, теперь добавить сайт. Вот, видишь, добавить сайт. И вот эту ссылочку надо сюда ввести от этого. Нажимай, смотри. Как она? Яндекс.Переводчик. Вот ссылочку возьми, скопируй. Вот сюда, да? Да, и сюда вставь ее. А вон ссылочка. Левее там открой это все. Ну или вот, да. Все, вот сюда вставляй. Хоп. Так. Добавление. Все, вот он, Translate. Translate. Вот. Пожалуйста. Все, раз. Translate. Вот. Перевод. Да. Все, вот он. Ну все, ну, если только пойдет. Потом надо проверить будет. Я сейчас, через час ко мне загляни. Я благодарю, Игнатий Иванович, за ваши молитвы, за все. Спасибо. Каждый день за тебя молимся. Если бы не ваши молитвы, я бы, ну... Ну, я не знаю, как молитвы. Я главное, что помним мы, помним, стараемся. Спасибо. Вы у меня с Никитой в одной упряжке идете. Слава Богу. Так, ну все тогда. Все, пока. Через часок ко мне загляни. Хорошо. Я начинаю, Володя. Все, пока. Так, все, окей. С Богом. С Богом. Не, стойте, это... Вот это что? Это не надо, это у вас загрузка завершена.